Всем привет, с 1 октября на маршрут 491 вышли автобусы КВАЗ-42-38-82. Вышли вместо автобусов МАЗ, либо же Мерседес, которые работали на маршруте 491. К сожалению, больше их мы на этом маршруте больше не увидим, скорее всего. Напомню, что эти КВАЗы были закуплены в начале года по проекту БКД-РФ. Рассчитывались они как раз на пригородные маршруты вместо автобусов МАЗ. Всего было закуплено 8 автобусов данной модели. Пока есть только вот такие фотографии этих автобусов на маршруте 491. Спасибо за просмотр.